Работала мама на заводе. Тоже здесь. Ну, кстати, она меня сюда и устроила. Изначально работала кладовщиком, потом я перевелась вот модельщиком. Нам приносят детали, и мы формуем, получается, не формуем, проще скажу, да, наносим слои на детали, чтобы огнеупорные. Потом они уходят в печь, и модели, которые были из МЛС, выплавляются из металла, получается. И детали отправляем на движки, там их дальше делают вход, пускают вход. Он так и называется, колесо турбины у нас. Две разные детали, одна 0,5, другая 0,3. Коллектив у нас маленький, у нас всего 15 человек, но очень веселый. Все такие энергичные, активные. Пятеро мужчин и вот получается 10 женщин. Раньше был у нас мастер мужчина, бригадир мужчина, а сейчас мы женский батальон, нас большинство. Если не соврать, наверное, лет до 40 у нас сейчас люди, почти все до 40 у нас работают. Совместительство сейчас стало бригадиром. Ой, наверное, почти год у меня, как я работаю бригадиром, помещаю мастера. Я искала себе хобби, так я его, наверное, не нашла. Я и шила, я и вышивала, я и выжигала, я и фокусы показывала в свое время. Сейчас вот у меня более такой интересный, мне нравится, это вышивание бисером. На работу хожу всегда с удовольствием, нет такого, что не хочу работать. Завод – это стабильность. Все-таки меня вот тут, наверное, больше всего держит эта стабильность. Я люблю стабильность, я не люблю думать, что будет завтра. Я знаю 100%, что будет у меня завтра завод, то, что завод никуда не денется, что на заводе мы еще проработаем 100 лет, и он будет стоять вечно.